Сильно грязная была машина? Не, нормальная? Ну вот видите, а говорят, что на Колыме дороги плохие. И вот хозяин мойки сказал, что нам подарок. Мы такие вот все путешественники издалека. И поэтому не взяли нас денег за мойку. Сейчас едем доклеить наклейки наши, потому что у нас появляются новые партнеры на этом этапе. Да. Все, а что да? Я люблю Магадан. Я люблю Магадан. Да? Да, я люблю. Да, такое я хочу свалить отсюда. Ну дайте. У меня вокал, давай, я буду говорить, смотри, я буду говорить. Блин, сука, ты куда же он бежит? Ты посмотри, сука, ты куда же он бежит? Ты посмотри на него, сука, ты куда же он бежит? Ты посмотри на него, сука, ты куда же он бежит? Ты посмотри на него, сука. Ты посмотри на него, сука, ты куда же он бежит? Ты посмотри на него, сука, ты куда же он бежит? Посмотри на него, сука, ты куда же он бежит? Сука. Я тоже вас обниму. Ой, какие вы миленькие. Все. Давайте туда, приятно. Давай, ну мы еще вечерочком-то. Хорошо. Давай, Настюхе привет. Ну да, да. Вообще классно. Спасибо вам. Давай, а я завтра вижу, так за это. Попробуй, как Дэн, ну мы тебя любим, это действительно. Мы, да, да. Он больше чуть-чуть, но ну да, любит. Магадан одним словом. Такая погода в Магадане. Процентов 70 среднестатистического магаданского лета. Это вот такой туман, осадки, изморозь. Особенно с утра. Ты просыпаешься и ничего не видно. Так что вот у Магадана есть свои плюсы, есть свои небольшие минусы. И эти минусы в основном, это вот такие вот осадочки. Нынешний символ Магадана, всем известный мамонт. Я не знаю, есть ли у него имя какое-то. Мамонт Мага назовем его. Мамонт Мага. Кому сейчас едем в пожарную часть и планируем здесь поклеить нашу машину, потому что на дворе дождь, а нам нужен бокс для этого всего дела. Там вот Саша, сейчас выйдем, спросим у него, дает ли нам таможня на это дело добро, и если дает, то поклеимся. Саш, привет. Здорово. Как служба? Физкульт, привет. Пожарная спит, страна ой, богатеет. Да. Крутой, совсем да. Другой, да? Да? Не дома в кепке. Да. Ну, просто нам нужно клеить наклейки в боксе. И нам для этого, если нужен, если есть краскопуль для цветов. Если а, нет. Брызгал, да. Вот такой, ну посмотрим там. Если нет, то просто ферри, капля ферри и воды. Ну, смогу, блядь. А у нас не осталось. Сейчас заезжаем в бокс и будем клеиться. Мы приехали в дружественную нам пожарную часть, которая добродушно пустила нас от ненастного дождя вот сюда, вот в этот уютный бокс. Сейчас мы добавим партнеров, потому что следующий этап нашей, ну как сказать, экспедиции под названием Евразийское кольцо. Третий этап называется «В поисках Шамбалы» и начинается из Магадана и заканчивается в Москве. Мы поедем через Азию, поедем через Памирский тракт. И здесь у нас будут новые партнеры. И вот как раз для этих новых партнеров мы сейчас логотипы новые и наклеим. Ну что, мы вскрыли машину сейчас. И полностью, где проходил у нас кабель, тот, который сгорел, мы его достаем. Вот так вот он выглядит сейчас. Представляете, вся проводка просто сгорела напрочь. Сейчас вот будем его, он местами прикипел где-то, и вот вытягиваем его туда вперед. Вот так вот это все выглядит с этой стороны. Вот туда вот это все уходит. Будем потихонечку вытаскивать. Там он где-то он еще к чему-то мне прилип. Кембриги, в общем. Будем сейчас вытаскивать все это, пытаться. Он развалился. Да, все как. Даже если говорить про топор, блядь. Самое. Мы находимся в славном городе Магадане. И именно здесь живет мой друг, у которого есть, ну, немножко необычный Subaru Forester, под капотом которого чуть больше, чуть меньше, ну, где-то около 1000
лошадиных сил. Это Александр. Сань, расскажи немножко про свою тачку. Ну, во-первых, покажи нам всю красоту и расскажи. Да, с виду как бы обычный Subaru Forester, семейный кроссовер. Вот. Но если откроем капот. Твою же ж мать. Да, сразу видно огромная турбина от Ford Wagner серии EPR, то есть это самая высокотехнологичная серия на данный момент. Вот, также 400-тысячный впрыск Лада Медонова, вот, что позволяет снимать такие мощности. Слушай, круто. Я же как понимаю, что она просто супер жесткая, супер неудобная. Ну да, по городу как бы ездить у него не совсем комфортно. Вот. Очень жестко. Ну какой разгон ты замерял? Ну, около 3 секунд до 100. Вот. Ну, 400 метров пока еще неизвестно. Посмотрим. 3 секунды после настройки посмотрим, да. А что, ты 3 секунды до установки ты что-то установил или что делал? Ну, нет, в том году было 3,5 секунды, но мощность была около 500 сил. Вот. А сейчас на данный момент еще трудно сказать. А сейчас что установил и... Ну да, турбина, то есть стала в 2 раза больше. То есть ты думаешь, что из трешки выйдешь? Ну, из трешки должен выйти, да. Круто. Ну, ГТР рвешь? Да, ГТР и плачут. ГТР и плачут. Да, ГТР и плачут. Ну круто, круто, круто. Вот такие вот друзья в Магадане тут, нашпигованные. Опасно. Да. Серьезно все. Да, ну, по крайней мере, можно ездить каждый день на данном машине. Да? Ну, жестко. Пойдем в салоне, покажешь. Конечно, темно. Извините, что так темно. Салон полностью прозрачный. Стандартный, да? Да. То есть, ну, только вот эти, или это все стандартно. Это STI, все стандартно, да? Да, все STI, как бы приборка есть. А есть свет? Включи свет, пожалуйста. То есть, у тебя даже ремни, да, обычные? Обычные ремни, да. Ты пристегиваешься, когда гоняешь? Обязательно. Молодец. Да. Ну, ты ремни, блин, говняный. Шестиступенчатая коробка, механическая. А так там ни приборов у тебя, ни датчиков, ничего такого? Только вот три датчика на стойке. Не вижу. А, вот они, да? Там, то есть, датчик Лада Медонова, датчик Густа и датчик ШВЗ. Угу. Это смесь. Слушай, ну круто. Все, что нужно. Как бы на каждый день машина. Ну реально на каждый день. А ты расскажи, что у тебя же там, наверное, керамическое сцепление, Керамическое сцепление, да, как бы. Тормоза какие? Брембо. Тоже керамика? Брембо тормоза, керамические колодки. Вентилируемые диски. С виду обычный форик, а на самом деле страх и ненависть для ГТРов. Да. Ну, Сань, все, спасибо. Ты вообще молодец, что тут в Магадане себе такую тачку прокачал. Вот так вот, ребят, это Магадан. Что, ребят, вечер в Магадане наш подходит к концу. Завтра, наверное, мы все-таки уже будем стартовать. А сейчас мы находимся на, как сказать, пирс, не пирс, на смотровой площадке. Там видно вот часть города Магадан. Сам основной город находится у меня за спиной. А вот здесь сразу у нас Нагаевская бухта, Охотское море. Ну и памятник Высоцкому. Мой друг уехал в Магадан. Друзья, всем привет! Сегодня утро, вернее уже день. И мы выезжаем из славного города Магадана. Едем по легендарной улице Ленина, которая одна из самых длинных, или, по-моему, самая длинная улица Ленина в мире. Уходит вот так далеко-далеко-далеко и плавно переходит в федеральную трассу Колыма. Мы побыли в Магадане практически неделю, дней 5, наверное, я уже точно сейчас не знаю сколько. У нас прошла презентация нашего фильма, показали фильм, премьеру в России. В общем, в Магадане было, как всегда, хорошо, душевно, уютно, тепло и как-то по-домашнему. Все-таки чувствуется, что это моя родина, но вот хоть это и не родина Влады, но Влада уже тоже прониклась северной вот этой колымской какой-то
не знаю, добротой, гостеприимством, и ей тоже здесь абсолютно комфортно. Стартуем мы, как всегда, от любимой Стеллы Магадан. Вот, уже к нам идут. Как всегда. Говорят, смотрели по телевизору. Ну все, мы поехали. Пожелайте нам удачи. Как сказал Богдан, впереди 20 тысяч километров, столько же уже было пройдено. Мы никогда не останавливаемся на половине пути, поэтому продолжаем. Пока, следите за нами. Вот, это не реклама. Да, такие вот баночки продаются. Они очень крутые на самом деле. Практически во всех магазинах, на большей части заправок, находятся в теплых боксах, и ты берешь эту баночку, она горячая. Да, он растворимый, конечно, но он очень хороший. То есть это лучше, чем ничего. Поэтому это вот, лучше, чем давайте, ничего. Давайте, мы кофеечком. Да. А тем временем на Магадан надвигается легкий тропический циклон. А мы потихонечку уезжаем. А если еще попросить этот тропический ливень, то он может прекратиться. Тропический ливень, прекратись, пожалуйста. Мы поняли, что это хорошая примета, и дальше хотим ехать уже без дождя. Вот закончился дождь, наш тропический ливень, как мы его назвали. За спиной осталось ненастное пасмурное небо Магадана, а мы врываемся в Магаданскую область. Такое можно сделать только на Колыме. Мы берем воду монастырскую и вливаем ее в бачок омывать. А сюда зальем родниковой чистой воды. Поход дела, он освещенный. И сейчас наберем здесь водички. Наберем. На. Поселки такие разрушены в Магаданской области. Мы сейчас находимся в палатке, и посмотрите, как здесь красиво. Есть меценат здесь один, некий господин Басанский, который, в принципе, все это и сделал. При том, при всем, что он сам живет в поселке Палатка. Да ладно, вообще. Очень красиво. Прикольно. Смотри, тут какие всякие эти... Очень красивый кораблик детский, со всякими горочками. Там прыгалки и так далее. Да я смотрю очку. Это, по-моему, Кремль, да? Вообще в Москве. Или просто... нет, это Биг Бен. Это Кремль. Кремлевский Биг Бен. Вот это Кремль. И еще один фонтан. А тюльпаны, мои любимые цветы. Да, здесь поцивильнее, чем в некоторых поселках городского типа центральных районов России. Не знаю. Скоростной пробег, да? Камни режут. Здравствуйте. Здравствуйте. Побольше его промазать. Видно, как давит. Там дырка большая, и поэтому я в двух сторон ее заткнул. А запаски нету, да? Ну, как нет, вот... есть, но она размером другая. Например, наперед и вперед ее ставим. Значит, нету. Так, вот посмотрите, вот пить пускать. Надо прям сюда тогда. Прям вот сюда. Прям до конца его. До конца? Да, почти. И на себя резко. Плохо все равно сейчас. Пока она за это надо лежать, да? Ой, я так... Вот здесь вот надо. Сюда вот здесь. Да, руки не мать. Да ладно? Так, ну вот. Похоже на правду, но сейчас знаете, что еще? Я бы еще вот это вот засунул. Нет. А вот с этой стороны еще, близните? Есть еще, нет?
Есть? Нет, по-моему. Я думаю, что нормально. Теперь надо ее вот тут чуть-чуть вот. Вот тут под три там примерно дал, а ты что, прикачаешь? Я думаю, он с такой спустит, ну, за минут 40, за час, наверное. А вот там тоже чуть-чуть шипит, ничего? Да. Чуть-чуть там, да. Это не прям разрыв. Да, наверное, так. Покажи. Вот такая дырка. Хватит, наверное. Вот по трёшку уже. Сильно тоже ни к чему. Вам удачи. Свои же не бросают свои. Да. Вам удачи. Как говорят, ни жезла, ни гвоздя. Да. И вам за... удачи. Главное доехать. Да мы-то доедем, мы там все дома. Вам что-то ехать далеко. Да, чтобы все у вас получилось. И без происшествий. Спасибо. Ну все. Еще раз спасибо вам. Удачи. До свидания. Все хорошо. Хорошей дороги. Лучшая закусочная на колесах. Блин, нажми на паузу. Мы просто слушаем шантарам в дороге. Читать времени нет, поэтому слушаем аудиокниги. А вообще, еще раз скажу, это лучшая закусочная на колесах. На Колыме это точно. Приехали в Кафулю, которая находится на федеральной трассе Колыма. А что, она закрыта? Закрыта давно? Пересменка. Так, а сколько? 14 минут закончится. Поехали в Ягодное. Поехали. Едем в Ягодное тогда, раз такая база. Придорожное кафе не работает. Ну и что, мы не расстраиваемся? Закусочная на колесах. Мы не забываем про закусочную на колесах. У нас самое лучшее блюдо. Например, пирожки с жимолостью. Пирожки с жимолостью. Да ну его нафиг, это придорожное кафе. Уже на дворе вечер. Мы двигаемся по федеральной трассе Колыма. И местами эта грунтовая дорога превращается вот в такой вот шикарнейший асфальт. Ну что, мы ехали-ехали, и мы доехали до населенного пункта под названием Дебин. И это... река Колыма. Река Колыма – водная артерия севера Дальнего Востока и, в частности, Магаданской области. Именно здесь, выше по течению, расположена Синегория, Синегорская ГЭС, которая на сегодняшний день обеспечивает электричеством практически весь регион, и еще есть Среднеканская ГЭС, по-моему. Вот. Она находится, наоборот, там ниже. Вот такая вот большая величественная река. А здесь раньше был старый мост. Однополосный старый мост, и его сняли, и теперь на его месте вот такой вот красивый двухполосный современный мост. Кстати, мы сейчас поедем в деревню, где я когда-то жил, вернее, в то место, что от нее сейчас осталось. И раньше дорога была, можно было проехать вот по вот этим вот прижимам. Я покажу этот кадр, как они выглядели, где вот он будет сейчас. Сейчас там нельзя проехать. Дороги нет, поэтому мы поедем через райцентр, через Ягодное.